Так, хочемо поговорити з вами про те, що Путін, він нещодавно підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон. І що ми бачимо вчора? От знову спроба таких протестів відбувається. Знову ж таки, така тенденція відбувається, що деякі російські військові роблять спроби все-таки тікати. На вашу думку, чи почне сипатись ось така ця російська армія через такі укази диктатора? Да, я с вашего позволения перейду на русский язык, даже мой украинский не очень-то, к сожалению, как говорится, хорош. Я должен сказать, что украинская, то есть российская армия как раз через такие, я бы сказал, диванные, как говорится, указания и такие, я бы сказал, шаблонные подходы более деградируются. Сейчас мы видим, что как раз уже начинают действовать большие сброи в осуществлении мобилизационного плана. Кстати, как вы знаете, уже был отстранен заместитель министра обороны Булгаков. Вместо него назначен, я бы сказал, ярый ястреб генерал Меденцев. И я думаю, что вот такие карательные меры, которые мы сейчас видели, так сказать, в предыдущем сюжете, никак не сможет, как говорится, исправить ситуацию. Были такие вот прямо, так сказать, уже полны таким сюжетом, что уже хватают всех. И что самое главное, за бутылку, ящик водки как раз уже является бутылка или хотя бы, так сказать, ящик водки является главным мотивационным фактором при мобилизационном, как говорится, во время мобилизации. Вот именно вот с такой армией, как говорится, я не думаю, что российские оккупационные войска смогут что-либо решить, хотя бы стратегические вопросы решить в оккупированной Украине. Я должен сказать, что уже как раз украинские вооруженные силы уже расширили плацдарм, как говорится, восточнее города Изюма. И, естественно, я думаю, что украинская армия должна еще более нарастить свой военный потенциал и боевой удар, и абсолютно, как говорится, вот так, в рамках новой военной, я бы сказал, стратегии, которую можно определить как концентрированное численное превосходство и удар в определенном, так сказать, месте фронта по линии Блицлига, является абсолютно верным, как говорится, подходом. И я думаю, что до начала зимы украинские вооруженные силы должны подойти и осуществить еще один удар со стороны Запорожья, чтобы выйти к Азовскому морю. И этим, как говорится, как раз блокировать оккупационные войска как с севера по линии, как говорится, по линии, значит, Донецка, оккупированного Донецка и Луганска, и уже юга в сторону Херсона. И этим как раз будет возможность уже, как говорится, начать другой масштаб контрнаступления, стратегического контрнаступления, которое как раз будет являться глубоким фланговым охватом, как говорится, херсонской группировки и блокирование так называемой, значит, сепаратистских военных соединений 1-го и 2-го корпуса и не дать возможность, значит, перебросить вот те, как говорится, мобилизационные ресурсы, которые сейчас Кремль мобилизует уже в оккупированные части Украины. И уже как раз начать так называемую новую сталинградскую битву, которая, думаю, что будет проходить уже по линии, значит, Херсон и, значит, Маріуполь. Я так думаю. Вахтанг, зараз, враховуючи ситуацію на фронті і також те, про що ви зазначали, що Путін починає відстороняти від посад різних генералів, заступників міністра оборони і тому подібне, тобто бачимо, що подекуди він намагається взяти якось під свій контроль ситуацію на фронтах України і мало кому починає повністю довіряти, бо дуже багато провалів і суперечок виникає з приводу прийняття якогось рішень. Чи схоже це на те, що він починає втрачати владу в своїх руках? І не все так чітко і добре в нього зараз, як би цього хотілося Кремлю. Да, вы абсолютно правы, потому что Путин, как верховный главнокомандующий, приходится, как говорится, решать все вопросы в личном порядке. Мне вот кажется, что сейчас ситуация, если вот применить такой, я бы сказал, сравнительный анализ военно-стратегических моментов, очень похожа на 1942 год, я бы сказал, так условно весной, когда, значит, в то время, так сказать, Гитлеру пришлось самому взять, так сказать, бразды в руки. Он стал командующим, если я ошибаюсь, сухопутными войсками, то есть всеми, так сказать, вооруженными силами вермахта. То же самое, то есть Путин сейчас абсолютно проделывает ту же самую, как модель, которую проделывал Гитлер в 1942 году. Я имею в виду весеннюю кампанию, да. Как вы знаете, тоже Гитлер в 1942 году в апреле, значит, объявил частичную мобилизацию. Впервые с той поры, когда немецкий вермахт начал, так сказать, свою, так сказать, глобальную военную кампанию в Европе и сейчас потом против Советского Союза. Так что в таком же контексте уже проходят боевые операции как раз у Кремля. То есть сейчас Путин пришлось, так сказать, объявить частичную мобилизацию, но исходя из того, что и уже, так сказать, на следующей неделе Путин вынужден будет объявить военное положение примерно 6 регионов России, а с объявлением военного положения фактически уже объявляется и, я бы сказал, всеобщая мобилизация. Потому что в тех регионах, где Путин объявит военное положение, он обязательно должен объявить и всеобщую мобилизацию. И я думаю, что как раз уже, так сказать, не исключено, что Путин может даже, так сказать, сделать такой военно-политический переворот, более узурпировать власть в свои руки и абсолютно сместить те кланы, которые не согласны с проведением этой так называемой спецоперации. И я думаю, что Путин, который уже вышел из себя и фактически никем не контролируется, к сожалению, может пойти, я не знаю, на крайние меры. Но я думаю, что как раз в России, несмотря на то, что сейчас Россия уже стала не авторитарной, уже тоталитарным